Хай, ребята, хай! И сегодня у нас будет еще одна модификация чешская, хрен знает она откуда взята, но Антоша ее нашел такой, я такой думаю, блин, ну интересно все равно посмотреть. И называется она у нас Томми Мод. Погнали же посмотрим, что же там чехи в очередной раз придумали. Don't gun kills of drnbrnd. Ага, хорошо, Томми Мод. Озвучки здесь нету, здесь будут опять титры на чешском, где ничего не понятно. Короче, слушай сюда, у Полька проблемы, Полку спиздил чулиганы, много-много чулиганы, так что зайди к Винченцу, возьми у него оружие, собирай монет и уебывай его спасать, на этом пока что все, так что удачи и хуев на сдачу, все, до связи. И узнай, где что все находится. Task Jam Vincenzo and After Alpha Jet No, ага. Так, ну давай, погнали. Тут у нас опять бар Салери. Обращаемся опять же в мафию. Интересная модификация. Не то, что как бы интересная. Смысл в том, что я ее нигде не видел. Еще и скачана, даже не знаю с какого сайта. Я думаю, она тоже потом кинет нам ссылочку. И я вам всем скину. Добрый вечер, Винченцо. А! О, разговаривают. Сегодня ночью мы собираемся совершить небольшую кражу со взломом. Мне нужно что-нибудь тихое. Да ладно. Томми, добрая старая бита, вот что. А нахрен мне бита? Если ударить кого-нибудь по голове сзади, он довольно долго не будет тебе мешать. Хорошо. Для полной гарантии возьми еще вот этот кольт 19-1. А может, Томсон, пожалуйста? Я скрещу пальцы, чтобы тебе повезло, Томми. Спасибо, Винченцо. Спасибо, спасибо. Так, берем колд, берем дубиночку, короче. Ну и поехали. Следующее у нас теперь надо зайти к Ральфу, он даст нам какую-то машинку. Ну, давай. Здорово. Что-то будет? Кого? Чего? Привет, Том. Ха. Ты что, мне ничего не будешь давать? Что тебе нужно? Да ни хрена не надо, да все, до свидания. Так. А, надо обязательно эту машину брать? Или чё? Ну ладно, раз она здесь стоит, наверное, она нужна. Так, какой у нас указатель? У нас никакого нет. Ральф, короче, нас ни хрена не научил. Ну и как бы хрен с ним, нам и так пойдет. Ну давай посмотрим, что же нам готовит мод. Женьш Паулиндо то Винченцо на центральные острова. А, это надо в тюрьму ехать и посмотреть. А, ну давай. Давай сгоняем сейчас в тюрьму. Ой, там музычка еще играет, это самое известное. Так, ну давай тогда я сейчас заеду туда и там продолжим смотреть, что же нас ожидает. Так, ну мы в принципе уже добрались. Я так понимаю, что модификация нам заставит нас спасти Полли, поместиться в тюрьме. Ну давай попробуем. Ха! Ой, ёптать, погоди! А что происходит, погоди? Ребята! И вот нахрен он мне дал сраный кольт. Воу-воу-воу-воу, я немножко уже, кстати, отвык опять от мафии, ты представляешь? Нахрен ты сюда бежишь? Пошел, дурак! Блин, надо как-то... Блин, подожди, о, что-то неудобно сижу, прям вообще даже пострелять нормально не могу. Сейчас надо размяться, опа, аж все хрустнуло нахрен. Давай, все, чуваки, я собрался, вам пизда. А где патроны, вы охерели? В смысле? Дурак, что ли? Шикарно, мне прям это нравится. Так, валим. Вот это да, нормально у нас взлом с проникновением нужно произвести. Только, пожалуйста, возьми себе кольтик нахрен с двумя сраными обоймами, с которыми ты никого не убьешь. Так, надо, короче, единственный вариант, похоже, как мы можем это сделать, это только замочить. Да, нормальные технологии. Интересно было сделано, на самом деле. Хотя, может быть, я затупил. Скорее всего, там можно было взять какое-то оружие. Я немного проглядел или просрался, или хрен узнает. Но ничего. Сейчас тогда единственный вариант, как мы можем это сделать, это замочить. А еще желательно попасть бы в кого-нибудь. Интересно, началась модификация, где я противников мочу способом давления машиной. А, ну давай, чуваки. Патроны только синие потратьте, пожалуйста. Мне патроны очень нужны. О, спасибо. Так, Томпсон один готов. Он нам обязательно пригодится. Давайте еще разочек сделаем. По-любому-то надо было где-то взять оружие. Я, короче, как обычно, там затупил или не углядел. Так, ну все. В принципе, там остался что? Вон тот лобок с пистолетиком. Я думаю, мы его сейчас тут по-быстренькому оформим. Так, ребята. Так, вылезаем. Мужик, ну все, ты доигрался как бы.
Твои братишки тут потекли? Да. О! Здорово! Все. Помогите мне! Обязательно помогу. Давай поползай тут пока. Так, ну и пойдем еще возьмем еще у этого патрончики. Да. Блин, ни хрена они там патронов просрали-то, черти. Так, там больше никого нету. А, там еще какой-то лысак. Какого хрена? Эй, мужик, ты что-то делаешь? Там какие-то гангстеры были, а здесь какой-то мужик странный. Привет! Так, этот пал. Пал как девочка. Так, 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 аккуратненько. Осматриваемся на всякий случай. Магнум мы, конечно же, возьмем. Так, ну давай. Пошли в тюрьму. Или как? А, через канализацию, ты посмотри. Прям как в миссии с тюрьмой. А там же ночь была, как утро. Ни хрена я как по тоннелю долго полз, аж посветлело уже на улице. Там же как-то темно было, по-моему. Так, отлично. Ну давай. Так, песиков нету? А как? А-а-а. Надо зайти через жопу. Опа. Заиграла таинственная музычка. Аккуратненько вваливаемся. Ох, это заброшенная тюрьма. Такая шикарная локация вообще. Воу-воу-воу-воу! Ребята! Дураки, что ли? Тихо-тихо-тихо-тихо! Помогите, помогите! Помогите! Да, помогите, пожалуйста! Так, 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 надо вон того оформить. У нас хотя бы что по... Эй, лысак! Так, все, эти заш... Все оформлены. Так, аккуратненько, аккуратненько. Никого тут у нас... Сейчас покажусь, пацаны, погодите. Сейчас покажусь. Секундочку буквально, пожалуйста. Я соберу патроны с ваших дружочков. Там какая-то блевотина или каловая масса. Теперь берем томасина. Ну и погнали наверх. Ребята, я видел ваши тени. Нахрен ты тут сидишь? Грустно, что ли? Что-то мне, Саша, что-то подозрительный парень. А, да, конечно, подозрительный. Пошел ты, он ствол достал. Воу! Ауе! Именно. Так, Боров. Так, голубой друг. Пошел ты, голубой дружок. И Фредди Крюгер сраный. А вы думали, я уже нахрен тут разыгрался. Грубо говоря, тобой пизда, мужик. И тебе тоже, и всем твоим друзьяшкам, голубым или не голубым, и Фредди Крюгером. Тихо! Там киска мяукает. Киску не трогай, жопа. А, ты еще и выжил. А вон там че? Нахрен ты на меня бежишь, дурак? Ты же голый. Ну, в смысле, без всего. А че за хренотня? Так. Оружие. Тут был чувак с Томпсоном. Пополним автомат обязательно. Томпсон наше все. Так, там у нас дырка. Тут у нас аптечка. Ну, давай похилимся на всякий случай. Как бы дали аптечку, поэтому давай хилиться. Поехали, ребята, повы. Ты какого? От этого я не ожидал, если честно. Так, а здесь у нас Бача Прэшсэм. Бача! Бача, привет. Не понял? Воу! Подожди. Басибол Бипка. Гребаная Бипка. Нахрен ты нужна? Так, дробаш. Вот дробаш нам куда важнее. Бипка, мать твою. Дали гребаную биту. Айо! Пошел, да что за лысак убегает? Это что за лысак там убегал? Твою мать, ни хрена себе как! Тихо! Неожиданное такое открытие. О, лысак, ты вернулся! Воу! Последний патрон просто словил в бошку. Красавчик, мужик. Что-то у них, кстати, патрон так маловато. Так, Полли, Полли, друг, я бегу. Держись там нахрен. Аля, какая красота. Так, у нас тут опять аптечка. Ну, давай воспользуемся, дают же, значит, давай пользоваться. Спасибо. Так. Тихо. Тихо. Твою мать! Он здесь! А-а-а. Все, это тоже у нас оформлен. Так, у него пуколка, она мне нахрен не нужна. Конечно же... А-а-а. Это тоже с пуколкой там сидит. Дурак, что ли? Пошел ты! О! Фредди Крюгер сраный! Пошел ты! Суки! Пошел ты!
И пошел ты, здравствуй, говно. О, давай, до свидания, да. Воу. Так, оформлено. Со своими пуколками там клюют и клюют, клюют и клюют, сраки жопы. Так, аптечка. О, дают аптечку, давай воспользуемся. Спасибо. А, это Поле сидит. А, ну давай, ха. Здорово. За мной? За мной. Что случилось? Да нифига у тебя глазки грустные, бедолага. Погнали. Так, ну, я так понимаю, нам нужно сейчас его просто тупо отсюда вывести. Все враги пали. Поэтому сейчас, наверное, просто аккуратненько. Поле, не потеряйся там, пожалуйста. О, нифига, он раненый, кстати. Чулигане тебя украли, я слыхал, да? Чулигане. Я думаю, надо просто в самый низ, скорее всего. Кстати, я надеюсь, он не потеряется. Мать твою, что это нахрен было? Поле! Где этот хренов хрен? Ты дурак, нет, а? Пошли домой, задолбал, что ты тут стоишь? А, я думаю, короче, нахрен он, короче, не нужен. Я так понимаю, надо просто выбраться сейчас наружу, тыкнуть на дверь и все. Поэтому можешь там постоять, пописать, покакать. Сейчас я добегу пока и без тебя, наверное, справлюсь. А, барбусики, погодь. А барбусики, а вы... Не, кстати, я, наверное, проверять их доброту не особо буду, наверное. Ха! Здорово. Оу-оу. У, сука, собака сутулая, нашли своего кореша, да? Кто меня собакой сутулой называл, ты или нет? Пошел ты. Извини, песик, но ты, скорее всего, недобрый. Да? Так-то не хотелось бы вас, конечно, трогать там и все такое. Ну-ка. Кусь, сука. Или не кусь, сука. А, так вы добрый, да? А, не, ни хрена не добрый, он хотел мне пятку откусить только что. Пошел ты, песик. Я не хотел тебя трогать, прости меня, пожалуйста. И тебя тоже не хотел трогать, прости меня, пожалуйста. Так. Где у нас тут выход? Тут выход или нет? У меня еще много работы. У меня еще много работы. Какой много работы? Погоди. Нет, ни хрена у нас никакой работы. Так, я так понимаю, нам нужно пробраться к воротам. Ну как нам это сделать? Надо выйти... Так, давайте-ка я поищу. Если не ошибаюсь, то мы должны выйти именно так. Тут у нас находятся двери. Наверное, тут нас выпустят. О, да. Ну, в принципе, как я и предполагал. Поле как бы нахрен был не нужен, он сейчас должен появиться здесь со мной. О, сразу так потемнело. Враг с Паулем Тусалери Баро. За мной? За мной! Че такой здоровый? А, почему я в земле, а ты такой здоровый? А, ну ладно, неважно. Присаживаемся, присаживайтесь, Паулиньо. Нужно довести его до бара Сальери. Такое чувство, что где-то я это видел. Я не знаю, то ли это модификация, то ли хрен знает. Ну, что-то мне это на знакомое. Так, ну ладно, поехал я тогда до бара Сальери и посмотрим, что нас ожидает дальше. Кстати, машина зеленого цвета, прикольная вот эта вот. В райд-коупе зеленого цвета. Ой, не туда. Так, ну что, ребята, в принципе, до бара Сальери мы добрались. Посмотрим, конец это или не конец. Ха! Блин, сейчас бы у меня сбиться тимок. Заваливаемся, Полюныч. Хасты жрали на... Не бож, дален. Коко? Чё? Скрипты топоты Михаил Лукальбек. Водка... Чё? Вождь-то. А, это все что ли, типа? Спасибо за помощь. Ля Блек с Дэнда 55. О, кстати, с Дэнда 50 знакомые. Вождь-то и Михаил. Вождь-то. А, это все. Но вот такая вот короткая чешская модификация. Также есть еще там одна версия, которая называется практически так же. Это называется Томми мод, а другая называется Томми Пэк мод. Ну, короче, почти, наверное, то же самое. Но там больше миссий. Так что в следующей части видео мы снимем именно эту модификацию и пройдем все задания, которые предоставляют нам чешские авторы. Ну, а на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал, на паблик. Всем спасибо, всем пока.